Саратовский театр драмы открыл сезон новой пьесы и комедии современного французского автора. Режиссер-постановщик признался, что старался найти равновесие между юмором и пошлостью этой водевильной истории. Как ему это удалось, оценила Юлия Шишкина. Не понимаю, почему ты не хочешь, чтобы нас видели вместе? Это классическая комедия положений. Один случайно проговорился, другой не так понял, не за того принял. Игра слов и понятий. Пьесу «Мафия и нежные чувства» Люк Шамар, французский актер и драматург, написал в 2010 году. На русский перевел поэт Сергей Самойленко. Немолодой адвокат Этьен попадает в сложную ситуацию. Крутит роман с дочерью главаря сицилийской мафии. Этьен до смерти боится разоблачения со стороны вспыльчивого папаши. Ничего не говори Карлосу. Ну, он может плохо отреагировать. Он меня любит. Да тебя он любит, а меня он прикончит. Эту историю разыгрывают четыре героя. Роль мафиози играет звезда труппы Саратовского драмтеатра, заслуженный артист России Игорь Багалей. Французская комедия стала его бенефисным спектаклем. Ты был единственный человек, что я видел по-настоящему. Ты мой адвокат, ты предал меня. Ну какой же я был кретин. Багалей, как всегда, как говорится, вне конкуренции, то есть драйв от него всегда получаешь очень хороший. Все понравились, я не могу кого-то выделить больше, чем других, потому что они все такие яркие, прикольные. Будьте здоровы, больше всех запомнится. Это постановка режиссера из Москвы Николая Покатыла. Он говорит про себя всеяден. Ставил оперы, мюзиклы, серьезные драмы, новогодние спектакли. И с удовольствием согласился на предложение из Саратова освоить комедийный жанр. Сложность в работе с этим жанром. Вы понимаете, здесь настолько тонкая черта между вкусом и пошлостью, которую нужно держать на протяжении этого полутора часа. И я надеюсь, что у нас все это получилось. Спектакль «Мафия и нежные чувства» идет без антракта полтора часа. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.